пару дней назад уже снимал этот цель 65-й. Он приезжал на диагностику. Посторонние звуки были от роликов на моторе. И также мы приговорили мойку радиаторов. Сегодня вот машина приехала. Занимаемся ей весь день с утра. Радики уже помыты. Позже на видео на монтаже покажу, какие они были. Вставлю в конце видео. И, собственно, и вот короче, там чисто. Головки не подходят под эту всю хуйню. Я открыл уже вымыли. И ставлю вольсы, есть такие вызовы. Двигатель защиты. Вон у нас ролик натяжного ремня поменяли. И еще два ролика. Их тоже с двигателя. Интерфейс у нас новый. Вот так все выглядит. Новый ремень поставили. Один мой, а второй коленский. Эти два ролика. И приводного ремня тоже. Ролик новый. Карата делают. Я хорошо делаю. По-моему, пошла. Точно. Не, я тяну вот такой другой, но тут вы, да, вот так вот он нормальный. На АБС можешь сильно не переживать, повыше сделать. Подъемник. Привет, привет, подписчикам. Привет всем подписчикам.